Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новое видео по проекту Amazon Holy Play. В этом видео я вам покажу новые скины, которые добавили в новый модпак, которого еще нету на новостных серверах, но в принципе на БТ вы этот модпак как бы видели. В предыдущем видео я вам показывал, получается, именно новые машины, которые добавили, а сегодня я вам покажу все новые скины, которые добавили, это будет реально круто. Большое спасибо вам за вашу активность, вы набрали больше чем 300 лайков и почти 3000 просмотров. Реально за это вам очень большое спасибо. И давайте постараемся на это видео тоже набрать много лайков. Давайте постараемся набрать хотя бы минимум 200 лайков на этом видео. Также не забывайте подписываться на канал, потому что я хочу до лета добить 20 тысяч подписчиков. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хотел бы посоветовать вам канал Winners, он снимает видео по GTA KRMP и Samp. Канал реально прикольный, пацанчик тоже прикольный, поэтому всем советую подписаться на него. Он буквально недавно начал играть на Амазинге, поэтому давайте все дружно зайдем на его канал и поддержим. Также, если вы зашли на его канал, то напишите в комментариях, что вы от меня пришли. Реально, давайте его поддержим, если вы подпишетесь на его канал, вы тем самым поддержите меня. Ссылочка на его канал в описании.
Ну что ж, пацаны, вот такие вот скины будут в новом модпаке. Их очень на самом деле много, около 50 штук. И реально, мне модпак очень нравится на самом деле. Много новых машин, много новых скинов, реально все очень круто. Особенно много женских скинов я заметил. Вот реально очень много женских скинов. Также изменили скины фракции, как видели, там ППС, ДПС, больничка. В принципе, скины фракции тоже изменили. В первую очередь я хочу сказать большое спасибо Артуру Лисичникову, потому что если бы не он, я бы не смог записать видео про модпак вообще, потому что именно он мне в этом помог. Мы просто взяли и вырезали модпак с ОБТ, и я смог его внедрить, получается, в другой сервак. И вам записать это видео, поэтому, пацаны, реально ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо Артуру. Для тех, кто желает, можете уступать семью Артура, она называется Elite Family. У него Фома находится на третьем серваке Амазинга, поэтому, кому это интересно, ссылочку на его ВК я оставлю в описании, можете ему писать и вступать к нему в семью. Критерии нужны 10 уровень, в принципе, и все, больше ничего не нужно. Вот реально модпак на самом деле очень даже прикольный, потому что и скины как бы интересные, но там было много скинов на самом деле, и были скины, которые вы уже видели, просто на них либо снег есть, либо шапка, либо шарф. Я решил как бы это вам тоже все показать. Поэтому изменения на самом деле большие, но машин на самом деле меньше добавили, чем скинов, но я думаю, это небольшая такая проблема, и возможно это все поменяют, потому что это вроде бы как не финальная версия модпака, и скорее всего, когда выйдет ХО, уже будет третий модпак, потому что, как вы знаете, уже зима скоро закончится, буквально осталось пару дней, точнее даже 2 недели. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!